Здравствуйте, мои уважаемые зрители, мои подписчики, все, кто меня смотрит. Сегодня опять мы с вами, значит, канал «Монетный искатель» на платформе YouTube и канал «С хобби по жизни», значит, на Яндекс.Дзене. Ну, сегодня у нас новое видео, видео о одной копейке 2002 года, значит, московского и санкт-петербургского монетного двора. Ну, начнем мы, значит, рассказ, какие имеются разновидности, значит, одна копейка 2002 года санкт-петербургского монетного двора. Ну, санкт-петербургский монетный двор выпускал одну разновидность, значит, она, значит, дужка над буквой, дужка над буквой И, значит, сейчас, минутку, это московский монетный двор, это пойдем следующее, это санкт-петербургский монетный двор, вот, значит, дужка над буквой И, значит, толстая, завиток вот этот примыкает к канту, а травинка со срезом. Вот видите, вот это срез. Ну, санкт-петербургским монетным двором выпускалась одна разновидность. Стоимость этой разновидности составляет от 10 копеек до 1 рубля. Вот. Значит, перейдем к следующей разновидности. Значит, 2 копейки. Одна копейка 2002 года московского монетного двора. Значит, первая разновидность, у нее 4 разновидности, значит, у этой одной копейки. Первая разновидность, дужка над буквой И тонкая, завиток примыкает к канту, вот он, травинка без среза. То есть, вот видите, среза здесь нету. Вариант расположения буквы М, поводья между головой и шеей коня сливаются. Вот. Самое главное, заметьте здесь, что вариант расположения буквы М. Следующие разновидности как раз будут зависеть от как располагается, значит, буква М. Ну, давайте посмотрим. Вот. Ну, здесь, извиняюсь, здесь вот буква такая разновидность. То есть расположение, значит, буква, сейчас я покажу вам, вот, расположение буквы М вот такое, то есть, значит, вариант расположения буквы М, штамп Б, вот он такой, вот, стоимость его, сейчас мы посмотрим, стоимость его, вариант штамп Б, составляет, значит, от 750 до 1500 рублей. Ну, таких, почему большая стоимость такая? Потому что их, значит, в обращении всего находится 0,5%, вот, и поэтому стоимость зависит от состояния монеты, то есть, начиная с 750 рублей до 1500 рублей. Значит, штамп В. Посмотрим, как он, значит, вот, третье. Расположение буквы В. Это штамп, буквы М, штамп В. Вот такое расположение. И сейчас будем, значит, смотреть стоимость штампа В. Вариант расположения буквы М, поводья между головой и шеей коня не сливаются. Ну, у всех трех разновидностей поводья коня не сливаются. Значит, количество находящихся в обращении таких монет составляет 0,5%, и стоимость в зависимости от сохранности составляет от 1500 до 3000 рублей. Стоимость таких монет. Вот. Ну и рассмотрим, значит, четвертую разновидность. Это штамп Г. То есть, вот смотрите, как располагается буква М.
немножко она наклонена влево, вот, расположение буквы М. Значит, опять смотрим, значит, вариант расположения буквы М. Поводья между головой и шеей коня не сливаются, штамп Г. Количество находящихся в обращении монет составляет 0,5%. Ну, может, чуть больше. Стоимость в зависимости от, значит, сохранности от 400 до 80 рублей. Вот. От 400 до 800 рублей. Вот, мы рассмотрели, значит, монету 2002 года Московского монетного двора и 4 разновидности этих монет. Вот. Ну, на этом я обзор закончил. Значит, следующий обзор будет монета 2003 года Санкт-Петербургского и монетного двора. Ждите моих новых видео. А сейчас до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам хорошего.